1479. Блядь. Вот видишь, на 500 рублей дороже, чем у нас. Ебать, это самое, блядь, вот нет. Это ты дал! На 500 рублей! И на 400 рублей подорожало. Это пиздец. Я даже не знаю, сколько оно стоило до этого. Может, оно столько же и стоило. О. Я не знаю. Давай. Метакса у вас нету. Есть метакса. Сколько метакса стоит? Ну, она дешевле. Где-то 200 крон. Метакса дешевле, чем Jim Beam? Конечно. Намного еще. Ну, здесь вообще коньяки не ценятся. Здесь, то есть, все пьют виски. Ну, Метакса 0,7 то же самое, 1500. Ну, а здесь намного дешевле. 0,7. Пускай он цены покажет. Покажи цены. Цены показывают. А, подожди, ты в Чехии. Jim Beam в Чехии. Давай сейчас мы загуглим. Jim Beam в Чехии. Ну, 300 крон я тебе. Jim Beam. Ну, как я тебе цену покажу? На бутылке нету цены. И... Чек. Ну, я сегодня брал Теско. Есть такой магазин Теско. Брал за 300 крон 0,7. Это типа тезка? Не понял. Однофамилец, короче, да? По-украински. Почему однофамилец? У вас как фамилии? Подожди. Теско — это магазин Теско. У него чувство юмора пропало. У кого? У тебя. У тебя. Как на украинском будет одна. Почему у меня чувство юмора пропало? 339. Слишком много ты думаешь о московской бирже. Вот круглыми сутками только и думаешь, что... Да я вообще о вас не думаю, вы понимаете, девушки. Ну нет, ты такие странные. Селянин, ты сидю. Ты откуда знаешь? В Альберте 339. Селянин. Подожди. Ну, я не темный. В Альберте 339 стоят. Уже видишь? Ну, так, подожди, да, стоп. Я курс. Теско сегодня. Курс. Ну, ты мониторишь торги или чем ты занимаешься? Ты торги мониторишь? Я подожди. Ну, девушка, у вас какие-то представления? Я не хочу ничего никому плохого. Ну, какие у меня представления? Если я о Нью-Йоркской бирже без понятия, мне как бы вообще посрать, что там в Нью-Йорке. У вас нет. Я смотрю на вас. Смотри, 339 крон, 300, подожди, 339 крон — это 1242 рубля, вот, а у нас 1400 вот этот Jim Beam, так что разница 200 рублей, это пи***ц не критично. Не, я же не говорю, что критично, ну при чем? Так ты сказал, намного я дороже. Критично или что? Ты сказал, намного дороже. Ну, я тебе вот сейчас доказал, 200 рублей. Я тебя спросил, 200 рублей. Сколько стоит? Ну, вот, 200 рублей разница. Ну, я же не говорю, это прикинь, дорога, блядь, сколько вот это все везти, провозить, как ты говоришь, вот. Через Турцию, через Беларусь, и всего лишь на 200 рублей дороже. А на кого это все ложится, вот эти все растраты? Как ты думаешь? На кого? На Бибулина со своего кармана доплачивает, чтобы это, цены не поднялись. Она же с курсом доллара тоже так это, тоже доплачивает. Ну, с курсом доллара у вас вообще уже все, за доллар забудьте. В смысле забудьте? Ты не понимаешь этого? Смотри, да мой модератор только вернулся из Турции с отдыха. И покупал доллары, без проблем. Турции, да. Турции, конечно, он купит. Турция... В смысле? Она тут купила доллары. А в Турции, подожди, а в Турции за что она купила доллары? За рубли. А? Турция может быть, это самое. Вот. Ну, да, опять же, видишь... в Турции можно, да? Ты утрируешь. Нет, с тобой серьезно разговариваю. Турция может быть. Я же не утрирую вот это все. Я с этого не отрываюсь. Подожди. Слушай.
Германии. Что показать? У вас такое представление, типа, что я насмехаюсь с вас. Нет, ребята. Так, видишь, я веду к тому, что у тебя мозг засра. Вы не понимаете это. Я веду к тому, что у тебя мозг засра. Вот. Ты думаешь, что мы бы, но при этом я тебе доказываю, что да, мы можем и тут купить доллары, и в Турции можем купить доллары, но тебе рассказывают твои новости, там какие-то это. Все, крах России, сколько ты уже слышишь? 2 года? Никакого краха нет. Ты что думаешь, что мы идиоты, или что? Ну что ты лепишь? Какой крах России? Ну, о чем ты говоришь? Ты же сейчас, вот, все, биржа стала, все, вы, все, вымерли. Ну при чем тут крах? При чем тут так крах? А что? Так а как? Биржа же стала. Вот так вот, как жить будете, но чуть-чуть хуже. Чем хуже будем жить? Никакого краха не будет. Чем хуже будем жить? Смотри, Россия в 22-м году была на 6-м. Давай по мировому уровню, то, что вот это считается в... там не мы как ощущаем на себя, а по мировому уровню. Россия была в 22-м году, в начале, в январе, на 6-м месте по ВВП. На 6-м. Что ты лепишь? Германия была впереди. Германия была перед... В смысле? Что ты лепишь? На 6-м месте. Если я там, где может... Ну, что ты лепишь? Ну, смотри, давай. ВВП России. Ну, вводи. 69-й, 68-й. Это человек задумывается о московской бирже, но даже не в ВВП. Статистику. Это не человек. Это простой человек, как вы говорите. Мне все равно на вашу биржу, мне насрать вообще. Вы понимаете ли? Который не кирает, понимает торгах. Ну не стоит. Подожди. Ты можешь зайти? Так. Вот смотри. Давай вот так, сейчас жди. Вот сейчас вижу еще. Пошка, Китай. Да Китай не первый, что ты вел? В смысле, а кто первый? 4-е место, ты что, ты понимаешь, что, откуда ты это считаешь? Зайди, напиши, список стран по ВВП. Мне придется выйти из сетрулетки. Ну, она сворачивается, вроде это, не выходит. Ну, значит, смотри и верь на слово. Список стран по ВВП. Даже Википедия открываешь. В 22-м году, в начале, в январе, смотри, слушай, в 22-м году, в начале, Россия была на 6-м месте. Вот то, что ты мне показал, я там не увидел ни Германии, ни Японии. В смысле? В разы. Давай. Там есть Япония? Да. Ой, не видел. Там есть Япония? Да. Смотри. Но самое главное, там нет Чехии, Украины. Китай, США, Индия. Китай, США, Индия, Россия. Япония, Германия. Так ты понимаешь, что Япония и Германия в разы превосходят ВВП России? В чем? Ну я не знаю, куда ты зашел. Япония намного богаче страна, чем Россия. Зайди, зайди посмотри, пожалуйста. Да нечего мне спорить, то я не знаю, откуда ты эту информацию берешь. Ну, это дичь какая-то, ты в смысле? Вот смотри. Это взрослый человек. Вот ты, я ж тебе говорю, вот именно специально сейчас тебе. Зайди и напиши список стран ВВП. Если давай. Я зайду, я... Ты, тебя не, переключ, не переключит. Давай. Я жду. Давай я тебя даже вот сейчас добавлю. Подожди секунду. Добавлю в друзья. Дружить. Так, все, я тебя добавил в друзья. Так, жди, профиль гляну, какой твой. Так, все, добавил в друзья. Если тебя выкинет, я тебя наберу. Чтоб ты не говорил, что это русская пропаганда. Зайди у себя и посмотри. Список стран ВВП. А, ну тебя даже слышу. Я напишу, потому что она не пишет. Список. Стран.
по ВВП. 2024 год. Ввожу вашу Википедию русскую. Русская? Ну, Википедия, да? А там она орг или ком. В смысле русская, б***ь? Что вы нахуй все приписываете? Нет, русский.